Значит, Диф и Маркантан, смотрите, вы сирийцы, там, да, два отделения. Вы знаете, да, вам нужно съездить на юг в красный этот триггер, потом вернуться обратно. Позывные написаны справа, мы свои позывные тут придумали, ребяточки. Поэтому не обессудьте. Макет, звезда, Пальмира, значит, вы все по плану едете по дороге, по красной сейчас нарисую. Вот по черной линии, да, видите? Заезжаете в этот триггер, потом возвращаетесь обратно и в районе плотины сворачиваете вот так вот. Вдоль горочки едете, ближе к нам на базе, к нашей базе. Когда вы приедете к нам уже в триггер, я уже вам поставлю отдельную задачу, там уже будем по обстановке, где враг образуется, и далее. Пусть я ж не читал брифинг, мы должны где-то по плану туда заехать, там по сценарию, что ли? Да-да-да, это условность такая, в обязательном порядке. Да, почитай это пока, приказ там написано. Значит, что, с отделения 1-1 с моего, значит, Бармаглот, знаете, да, птурщики, значит, расчет птуров и снайпер, там мы сейчас пополам делимся, идут на метке птур 1, макет 07. Ихняя задача, они задачу знают, значит, они поставят птур на, он с теплачком на 2067 высоту. А значит, мы предполагаем, что атака все-таки на бортах будет осуществлена в районе плотины, блядь, потому что их речка, наверное, смутит, они ее не будут пересекать, они на машинах быстро подлетят, с которой с вооружением. Я думаю, я рассчитываю, что где-то в районе плотины будет совершено нападение, бля. Поэтому наш птур засечет с теплочка, их попробует их и долбануть. И снайпер еще постреляет. У него же там С-98, по-моему, тут сколько я видел. Да, да, да. Зум хороший, так что пострелять сможет. Значит, сразу скажу, была дружище, значит, ты в триггере, да? Расчехляй его и сразу вот в этот район направляй. Я вот, видишь, кругом нарисовал. Нам нужно узнать подход машины. Ну, все, что южнее Заграбата. Если что, сразу докладываю. Так, по этим все. Все остальные с 1-1, которые остаются, занимают южную часть триггера вместе со мной. Сидят там. Значит, 1-2. Ребят, вы там респитесь от триггера на северо-востоке, блядь, на 2060 высота. Значит, забирайте все барахло, которое там есть. Метисы, трубы, все, что есть. Бегите, занимайте, значит, северную часть триггера. Кто там у нас турщик-то? Були, ты? Да, я. Були, смотри, забираешь, набиваешь в юг, две торпеды ставишь и снимаешь броник, понял? Потому что ты бежать не сможешь. Угу. Забегаете, скидываю все, делайте второй рейс, забирайте там РШГ, блядь, РПГ в ящиках все будет. Второй рейс быстренько, ну, на нулях все быстро, и прибегайте. А для тура где ставить? Я же тебе говорю, ты действуешь свободно со своим вторым номером. Где захотим, там смотри, оставим. Я тебе сейчас объясню, да, но в северном триггере, смотри, вверху у вас на севере есть ориентир 2, горы, видишь? Mm-hmm. Я предполагаю, что Зушка могут выйти на эти высотки и просто кошмарить триггер, блядь. Зушка, у них есть Зушка на пикапчике на этом, блядь. Поэтому твоя задача, как только, если вдруг она там вылазит, ты тихонечко ищешь угол, где она, блядь, тебя не пизданет, ставишь свой, ну, свою торпеду, устанавливаешь, тихонечку стреляешь по ней, выбиваешь и все. Вот смотри, я обвел кругляшочком, черным, видишь? Нет, это я понял, мы с высоты куда уходим? В северную часть триггера. 1-2 звезда называется. ХП раз в 24. У вас позывные написаны справа, ребят, на карте. Посмотрите, как они называются. Мы над этим сильно подумали. Чисто там какие-то свои позывные реальные там сюда внедрили. Да. Все, понял. Все. Район Москва, значит, я предполагаю, что сейчас... Я просто предполагаю, что основная пехота просадится в Заграбат на машинах и будет наступать уже с юго-востока через район Москва, блядь. Мы так назвали. То есть, если там заметим, или теплак заметит, в смысле беспилотник заметит там скопление этих, то есть говорим, что враг идет через Москву, через район Москва, все, мы будем знать, в принципе, где, что и откуда скинешь. Все, смотрите, ребята, основная, значит, план состоит из двух задач. Первая задача – это спасти чувачков, которые едут на бардаке. Мы думали их через восток, пусть и через запад по горам, но, ребята, они будут ехать, блядь, там минут 40, нахуй, реально, блядь, потому что, ну, в угоду геймплея просто стратегически верно, но по времени пиздец просто будет. Нас размотают, нахуй, в нас триггер за это время. Поэтому как едете, так возвращайтесь, но возле плотины маленько сворачивайте с дороги и прям на полном ходу, блядь, под туром под нашим проскакивать. Я думаю, тур заметит, если там будет атака в районе плотины, блядь, и он сделает пару выстрелов. Если даже не попадет, по крайней мере, шуганет, охота забьет у них делать, ну, стрелять по нашему бардаку. Урал, да, уточни, так, во-первых, мы сразу едем, я так понимаю? Да. Да, так, да. А птур туда успевает? Там птур успевает, да-да-да. Так, второй вопрос, получается, вот мы возвращаемся, с дороги сворачиваем плотины. Да, то есть, ребят, смотрите, если произойдет нападение южнее плотины, блядь, ну... Вам, скорее всего, птур уже не поможет, потому что он там на полторульник стреляет, да, или на два сколько там? Ну, хуй не два. На полтора. Да, то есть, если вдруг, по-моему, начали, ну, значит, защищайтесь сами как-то, ну, задача с боем прорваться обратно в триггер, то есть, ну, смотрите сами. То есть, если дальше плотины, если в районе плотины, мы вам поможем. То есть, птур вам поможет и снайпер, реально. Они их прижмут и... Ну, все, беспилотник, не забывай, контроль тут хуйню южнее Заграбата, блядь. Угу. Нам нужно знать, что едет и куда едет.
Они там, короче, блять, разные нормативы выполняют. Пошел бардак. Ребята, с пехоты. Обратили внимание на арабов на БРДМе, принято. Хорошо плывут. Бар, отход какой-то есть, если там вы промажете, не попадете или еще что-нибудь? Принято. Там голое место, как бы, да, там пару камней есть, вот у камня поставим. Понял вас, понял. Прием. Связь. А ты с кем разговаривал? Я с Сантой разговаривал. Тайминг мерили, успеваем дойти до плотины до возврата бэхи бардака? Да, успеваем. Нам то ли это, вот эта высота, то ли следующая нужна, как бы сейчас я зайду, пойму. Это. Вон плотина. Она от нас, да, справа должна быть. Урал-Лайком отлучился на полминуты. Лайк. Урала нет на КВ, не слышно его, по крайней мере, прием. Нет, нам вторая высота нужна. Дальше. Дальше идем, Фармаглот. Как же плохо. Так, все, они назад поехали. Принято. А мы хуй успели, блядь. Парни, вы не успеваете. Да, мы не успеваем, пизда нам, короче. Стив, сейчас вот сюда вот просто повыше поднимемся. Я бронебойки зарядил, если что, буду прям бить там во все подряд. В пехоту, в технику с бронебойками. У вас будет время расставиться. Мне времени разложиться, блядь, отмериться меньше надо, чем вам. Я буду чуть ниже. Урала нет на этой КВ. На этой КВ сидит макет 07. Да ебаные камни, блядь, будьте вы прокляты, твари ебаные. Дед, мы готовы, я готов. Принял, ищу, ничего не вижу пока. Есть, вижу. Азимут. Машина идет. Бармаглот, Азимут. Мазик, блядь, мне выходить надо будет. Посмотри по трубе, Азимут, по моей, блядь. Сто десять.
пехота с машиной курсирует. 109. Недолет, бля, далеко слишком. Они вот в этих, в кемпе в этом, в домах? Бармаглот, прием. Они в домах? Нет, брат, они в зеленке, не в домах. Они далеко, примерно 1.5-2 километра, короче, стоит машина и пехота бегает. А, ну ты дал, блядь. Нахуй ты стрельнул? Я... Медленно, медленно, очень медленно едет. Но они пройдут, их не будут принимать, их не будут встречать. А они нас, короче, смотри, там машины стоят по дальней дороге, вот как мы первый раз, то есть как изначально планировали, по дальнему пути пустить, и вот там вот перекрывают. Все, четко, они не успеют, машина прошла наша, мимо нас. Дальше да, чисто. Все, машина, этот, кто там, Лайком, прием. Найди Урала, доложи, машина прошла, пехота не перекрыли, они перекрыли дорогу в районе населенного пункта Юрум, блядь, за аэродромом там где-то. Южнее Юрума. Южнее Юрума. Машина наша прошла мимо нас, мы все в этом чисто, можем потихоньку, наверное, оттягиваться. Мазик, разряди, пожалуйста, и трубу заряженную на спину себе бери. Я хочу просто развернуть чуть-чуть этот хуй. Шестьсот. Аэродром 1000, ангары 1100, диспа 950, пожарка 1100, 900, Ерун, 1100. Санта доложил, Лайком. Принято. Перехват не состоялся. Сирийцы вернулись обратно, да, значит? Сейчас пойдет залив триггера. Пойдет залив триггера. 60. Так, дед, азимут 60, город, строение, стройка, блядь. Там бегает пехота. Наверху, от стройки, по холмам бегает тоже пехота. Блядь. Они наступают на триггер пехоты. Наблюдаю, 1500, 1605 расстояние по километражу. Можешь ждать выстрел или ждать нет. технику? Жду технику. 1650. 1500. Зушка выкатится, блядь. Не надо стрелять по технике, по пехоте. Ничего не стреляешь. Я тоже не могу стрелять, у меня только дистанция до километра могу. Лайк, командир рядом, нет? Лайк, сука, ты где, блядь? Да все, нет его на связи. Они ближниковы, получается, вот. Стоп, не они, а вот это БРДМ, как раз это. Между БРДМ и этими товарищами никого нету, блядь. Да все, забей. Блядь, я хочу как лучше, блядь. План второй есть, мы оттягиваемся куда-то, у нас что-то есть? Почему? Почему? Это двойка, ёпта, почему не продумал? Все, поменьше пиздежа, врать, общайтесь с голосом вдвоем там.
Так, Москва один. Ну, все правильно. Он ждал отсюда. Он смотрит сюда, правильно? А идут они. Они как раз идут вот по этому хребту сейчас. По 2034, 2039, 2038. Вот тут. Нет, азимут 110-115, далеко, короче, в зеленке пехи бегут. Принял. Все правильно, они идут через Москва один. Пехи в зеленке куда движутся? На аэропорт? Еще раз не принял. На юг двигаются почему-то. Это наша похоже. На нас наш БРДМ едет. Я принял. Он может даже за нами едет, кстати. Куда он работает? На стройке, слева от этого, ангаров. На взлетке там, ну, на аэропорту. Там два туриста. На стройке или на взлетке? Левее взлетки, там, левее ангаров на взлетке, есть дальше стройка. Ну, на ней прям бегают? 60, да, около него. 1305 до туда. Выше холм, пехота, 1566. Азимут какой? Крайний дом на холме на 50. То есть вот от стройки идет кран, потом раз, два, три, четыре, пятый дом. И левее пятого дома будет пехота. Беспонтово он обрабатывает стройку, вообще, ну, бессмысленно. Принял, двигаю. Повис. Блять, у меня диск умирает, короче, какой-то. Один из. У меня просто все виснет к хуям. Ребята, я вижу. Так, на связи повис. Подхожусь, 3 секунды. Все, он подошел. Грузимся? Морг. Да. Макет на месте, на броне. Все, принято. Никита, вы... Дамаск,
Ебать. Да, да, слышу, принял. Сам завернулся на бит. Так, смотрите. Опа, панам, 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 панам. Панам от нас, наши же работают. Желтые трубы. Да, по-моему, наши отработают. Свои же панам. Высадите. Кто там по нам стреляет? У кого там это здоровья много? Бармаглот, ты где? Все, вижу, пошли. По северной. Какая задача у нас? Давай где-нибудь. Задача какая? Какая задача? Все, оборудуем триггер. Братан, ты что по нам колотишь? С ума сошел, что ли? Такая сволочь стреляла, блядь. Я подниму сейчас, блядь. У меня есть свой 98. Да, нарви. Я его вообще-то перезаряжал, блядь. У меня вообще заклинило. Масик, сын. Так, иду, иду. Где вы? На севере. На севере, да, он на севере. Боже, Урал на севере. Принял. Урал. Мы подошли здесь, Бармаглот. Так, аккуратно, снайпер, снайпер с севера, ебашь. Охуенно, снайпер. Значит, смотри, где Санта? Санта, сюда бегом, блядь. Санта, снайпер. Боже, 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 боже. Значит, парни, смотри, ситуация такая. Ну почему на связь не вышел, блядь? Ёб твою мать. Мы на КВ? Да на ДВшке надо, частота штабная, ёб там. Секунду. С севера снайпер работает? Принято. 20-12 высота, блядь. Высота, частота, блядь, 57.3, ёб твою мать. Санта, смотри, где ты? Да, здесь. Всё. У тебя, короче, развалины, смотри, высота 20-60. Это отсюда азимут 30, блядь. Отсюда вот видно, справа от этого. Там засел вражеский снайпер, блядь. Понял? С такой так, же так, 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 еще, еще, блядь. Еще, еще. Высота 20... 20-60. Вот иди сюда. Ага, сюда. Понял. Смотри, здесь видно ее. Вон, видишь, руины. Там, сука, снайпер сидит. Уже двоих ебанул нас. Принял. Но аккуратно, блядь. Там хороший снайпер. Это твоя принял. Задача, блядь. Найти его отпиздить, блядь. Бармаглот, там же в том районе была замечена зушка, блядь. Звезда вроде на нее навелась, но что-то нихуя не стреляет, блядь. Поэтому тоже выбирай место какое-нибудь, так чтобы ты видел. Ну вот снайпера, блядь. Ты потом шмальнешь. Выйди на рацию, блядь. 57.3. Плюс, смотри, у нас с точки ориентир 2 поехал. Прием, два... штаб. Макет, макет вызывает Дамаск. На связи, макет. Высота 20-39 на юго-востоке от макета точки. Замечена эта группа противника в количестве отряда. Принял тебя! Так, говорит Дамаск, мы вот просматриваем эту высоту 20-60, которая на северо-востоке. Мы там никого на разрушенных домах не видим. Понятно. Звезда, был противник, по ним отработываем. Говорит оператор БПА, до сих пор вижу четверых пехотинцев в руинах. А, принял вас, можем просто поработать по давлению, говорит Дамаск БРД. Да-да, ребят, кошмарки, там в руинах сидит снайпер, блядь, хороший снайпер, он уже плохо рубанул. Если будете беспокоящим огнем его отвлекать, он не сможет нормально работать. Насильно не подставляйтесь. Кстати, с района Москвы, ребят, идет в районе 2,5 отделений, судя по докладам. Так что, ребят, Дамаск, Пальмина, будьте внимательны, к вам уже могут куртки подобраться. Принял вас. Говорит оператор БПА, на восток от позиции макета, примерно в 250-300 метрах, замечена пехота противника вместе с грузовиком. Принял тебя. Вниз, вниз идут. Все, Бармаглот. Ты командир, ты командир. Это что за хуйня, блядь? Макет на связи? Это командир ПТРК, найти сушку, где-то она на севере трется. Я отпиздить тебе, понял?
убирайся. 850. Все, давайте. Ну не подставляйтесь аккуратно, блядь. Макет. Макет на связи, привет. Да, это Пальмира. Родитель сейчас сбили. Этот, есть актуальные данные на противника? Мы не понимаем. Есть актуальные. От вас противник находится в районе Москва, блядь, по восточнее 300-400 метров, в районе, блядь, маленьких членов. Дальше противник находится на северо-востоке, высота 2060. Два грузовика было замечено, за ориентира 2 прорывались в сторону триггера. Ну, дальше мы не знаем, куда они ушли. То есть весь противник основной, основная пехотная сила тут у вас, от вас на юго-востоке, вдоль дороги. С района Москва. Урал, лайком, на связи. На связи. У нас заходят с востока 4 человека. Расстояние 200 от ворот. Принял. Пальмира, дома слышали? С востока ребят к вам заходят, блядь. А, принял. В упор, в упор, в упор, Урал. Подтверждаю, подходят к дороге. Все, ребят, враг себя обозначил, будьте внимательны. Так, макет, макет 07, у нас, короче, это на востоке, мне мазик говорит, в упоре враг, от нас на востоке. Мы сейчас, нарезали, сейчас пытались перезарядиться. Принял тебя, принял. Аня, замечен враг на метке ТУР 0, пакет 07, пакет 07, два человека. Значит, основной удар врага сейчас идет с востока, блядь. Сосредоточься на восточном направлении. На макете 07 находится 4 противника. Ищи 75 граната за забор на восток, прием. Лайком живой, прием. Держи восток, лайком жив. Держи тот вход, который я показал, чтобы в него не зашел. Принял, держу, держу. Пехота противника в руинах активизировалась. Принято. Псанта на связи? Да, на связи. Выбираю позицию, дом на севере, буду работать по пехоте. Принял, да. Руины, мне руины, точка Санта, нужна. Принял, принял. Мне точка нужна. Пизда живая, прием, я камин. Фу, я почти. К воротам движется автомобиль противника. Какие ворота? Восточная какая? Принято. Восточная. Остановился примерно в 50 метрах от пехоты. А, нашел, вижу. Вижу, вижу тебя, родной, блядь, давай. Ну все, ребят, начинается ближний бой, блядь. 500. Командиры командуйте, блядь, как сказать. 500 и... Макет, ну, кстати, смотри, что говорит Дамаск. Они на территории уже на макет 1 или на звезде? Зона какая? Двигаются в район макет 1. Южный принято. Триггер. С востока. Уже близко очень. Ракета, ракета, пуск, пуск! Сорян, извини, что... Промазал вроде бы. Да, БРДМ жив. Оператор БПЛА, наблюдай, чтобы нас не обошли с другой стороны. С востока мы их примем, если что. Прием. Я... Пакет. Принт. Ну вылазь давай, вылазь, 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 где ты? Все, забивай хоть тогда на него. Урал, лайком, восточный сектор. Пацаны на нуле почти, патроны кончаются.
Все, блядь, пулеметчик вышел полностью. Ноль. Макет, это макет 07, снайпер. Тут не вижу в руинах никого, прием. Они в наш этаж перегруппировались за зданиями. Есть пехота на вашей старой метке, макет 07 в тур, блядь. Прям где вы были. Три человека. А, говорит Дамаск, если снайпер к нам подбежит, к БРД, мы сможем навести на этих, кто около Птура 07. Я найду их. Их там два человека, один РПГшник, он пытается кошмарить нашу БРД. Их четверо. Один ранен или убит. Километр. Паш, прикрой. Так, ребята, пока, блядь, атака стихла, мне нужен статус по всем отделениям. Пизда, потери у вас какие? Прием. Ну вот, 4 человека, по крайней мере, со мной стоят. Насчет двух не знаю. Принял, Пальмира. Пальмира, кажется, потери нет. Может, где-то один забился. Принял, я видел вас на заводе на лестнице, один лежит. Блять, я не могу. Это вроде не наш. Это снайпер был, принял за РФ. Принял тебя. Дамаск, что у вас по потерям? А, говорит, Дамаск, у меня одна потеря. Принято. Значит, ребят, смотрите, пока что-то уже как-то заводички не хватает у некоторых людей, поэтому экономьте ПК, смотрите, девочки, патронами. А то мы так все расстреляем к хуям, блядь. Так, макет, это макет 07, у нас снайпер, помощник и этот стрелок живой. То бишь без потерь. Я тебя принял, макет 07. О, меня оглушило. Да-да-да, есть такое. Урал, лайком, пулеметчик у нас еще есть? Бойцы по отделениям, я тебе сейчас так не скажу, блядь. Еще. Значит, мужики, нужны боеприпасы для пулемета Калашника. У кого есть, блядь? Пару лент. Все ленты остались там. Блядь, мне вот туда на километр говорит, надо стрелять. У нас были РПК, у нас не ПКМ. Все ленты на высоте. Все, блядь. Да подожди ты. Говорит оператор БПА, замечено одно отделение противника на рынке в Заргабаде. О, как далеко, все принял тебе. Можно активировать, да, будто противник поступает. Парни, нахуй. Да. Запрашивает. Да чё там, ебашит руин по нам, блядь. Выбрал снайпер место, ко мне пришли все, кому не впадло, на связи. Я вижу двух наблюдателей. Звезда принял тебя. Слышу тебя, бля, парни. Где? Чё, разложитесь, ебаните птуром в руины! Ёб твою! Далеко мы про них знаем, они находятся на метке макет 07, на старой. Держи пока восток и руины. С макет 07, скорее всего, скоро будет пуск из РПГ. Принял. Километр, вот они мои. А там далеко, они, никуда ведь не долетит. Макет на связи, это Пальмира. Макет на связи, да, говорит. Если мы попробуем двумя бойцами сейчас послать машину потащить, тут в 200 метрах машина противника стоит, может, не ПК лежит. Попробуй тогда под прикрышкой с бардаком вместе, чтобы бардак не смог вас понижить. Макет. У них как бы другой ПК под нашу систему не подходит, не наша система ПК. Да, тогда все, отбой. Бля, ну я попадаю же по нему, ну почему? Экономьте ПК, ребят, экономьте ПК. Говорит, Дамаск, наш БРД уничтожен. Все принято. Уничтожили издалека? Да, это вот с макет 07 таки пристрелялись. Сучки, блядь. Снайпер, работаю по макету 07, прием. Слышу тебя, принял тебя. Пехота противника в районе руин отступает обратно к Зушке. Принял тебя. Они все посадили Зушку. Посмотри сейчас, куда они поедут, прием. Хорошо. Принято. Хорошо.
Движутся на юг, будут отставить. Нормально. На северо-запад от руин движутся. Челентан, на связи? Все, принял. Выехали за руин. Продолжаю движение на запад. Принял, едут на ориентир 2, едут на ориентир 2, скорее всего. Звезда, расчехляй торпеду, на ориентир 2 нацеливай. Макет 07 то же самое, ты принял? Принял, Макет. Скорее всего, едут на горку ориентир 2, блядь. Или на стену часть стрикера будут направляться. Скорее второе. Это звезда, прямо к нам едет этот пикап с 2060. Все понял, у тебя гранатомет есть, принимай его, блядь. Есть. Противник выгрузился на севере Нанго, повторяю. Макет выгрузился на севере Нанго. Принял. Принял, принял. Хамас на связи, прием. Макет 07, снайпер пристрелялся, снял с макет 07 метки бывший. Красавец. Хамас на связи, прием, я макет. Похуй. Азимут. Ребята, азимут. На севере, северо-запад, северо-запад, как тут взять. Ладно, там снял, там, возможно, командир нет. Командир отступает, парни, нахуй отсюда. На метке макет 07 остался в живых только один противник. Он подобрал РПГ. Принято. Сейчас, макет 07, сниму его, снайпер. Да пусть снайпером занимается, у нас это... А, блядь!